Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1002. События дня. 2 Тимофея 2:11 по 13. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Объявление. Прочитайте. Сергей, спаси Христос, сегодня 13 сентября 2018 года выезжаю в село Потеряевку. Буду в Барнауле 15 сентября 2018 года. Как ты предполагал, что прибуду 16 на престольный праздник 16 сентября священного мученика святого Анфима Никомедийского и пробуду до вечера 27 сентября 2018 года. Потружусь во славу Божию, в том числе над собой, под твоим руководством, Игнатий Тихонович. Никто меня так не учил уму-разуму во Христе, как ты. Да пребудет на тебе Божья благодать, которая сделала через тебя такое непосильное простому человеку богоугодное дело. Жить пламенея, не сгорая, как терновый куст во Христе, привести в православную церковь тысячи человеческих душ, выпустить неисчислимое количество православных видеороликов, аудиозаписей и душеспасительных книг. Слава Богу, сотворившему такое чудо, и дай Боже, твоим соработникам и помазанникам и дальше трудиться на твоей ниве, обновляя ветхого человека до образа и подобия Божьего. По скрипту. Сообщил Марине Христенко по скайпу о твоей просьбе, чтобы она дала себе знать, как доехала, как живет. 13 сентября 2018 года. Твое недостойное духовное чадо Игнатов Сергей, прихожанин Свято-Тихоновского храма в городе Угледаре Донецкой епархии УПЦ МП. Я спрашиваю, у вас есть адреса наши, телефоны? Выходите на Сергея Пупкова. Ехать вечером часов в 21 по местному из Барнаула до разъезда Подстёпный. Звоните мне или с Сергеем же можете доехать. Юрий Соболев. Вчерашний ответ. Спасибо вас, Христос, Игнатий Тихонович. Всей семьей слушали ваш ответ. Благодарю сердечно. Дмитрий. Игнатий Тихонович, стоит ли из РПЦ переходить в РПСЦ, старобрядцы? У них порядок и дисциплина. Никак сам пока не могу определиться. С другой стороны, если изначально в РПЦ, то и не нужно бегать, а трудиться, где Бог поставил. Отвечаю. Кладбище и полигон зарытых талантов. У них одно благовестие в кавычках на 300 лет. Ты еретик? Переходи к нам. Вам это нужно? За молитву с новообрядцами, которых они обзывают никоньянами, отлучат сразу от причастия. То есть играют причастием. Вам это нужно? 1 Коринфянам, 7 глава, 20 стих и 24. Подтверждаю свои слова тем, что написано. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся перед Богом. Дмитрий, спаси Христос. Ответ ясен. Обнимаю, сердечно целую. Жду, когда вернетесь в Барнаул, чтобы обстоятельно поговорить в скайпе. Дмитрий, и самое главное, берегите себя. Сейчас в Москве ночь, под видео днем посмотрю. В моем храме на Преображение, куда я постоянно хожу, правильно крестить меня не хотят на основании 84-го правила 6-го Вселенского Собора. Как только не отговаривают и что не сочиняют. Надеюсь на то, что на Берсеневке отец Кирилл Сахаров меня покрестит.
крестили меня младенцем, но никто не помнит, истинно меня крестили или нет, так как сами в основном неверующими были. Священник Петр Михайлюв. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Если вам не сложно, могли бы вы назвать тех людей, кто обратился после вашей проповеди и стал священником? Говорю, зачем? Священник. Хочу статью о вашу защиту написать, показать плоды проповеди. Я отвечаю, опасаюсь за этих людей, на них псы из лжемиссионерских отделов тут же бросаются и терзают разные Новопашины, Дворкины и прочее, как говорил Суворов Александр Васильевич, сволочь. Ну и добавил Покров, такой есть ответ. Сейчас я его покажу. Так. Покров слово. Вот он. Вот такой. Откуда взято? Московский патриархат, студенческий журнал «Покров» Барнаульской духовной семинарии. Ну, тут сами прочитайте. Про Потеряевку пишут. Сергий Иванников, митрополит. Вот Бог дал нам за прошлое терпение, страдание. И сейчас он сам не мог приехать. Вот у нас послезавтра престольный праздник. Он присылает священников там. Кто приедет еще там с одним священником, автобус нанимает приехать. И вчера я у батюшки отца Акима был. Он говорит, митрополит говорит, я не могу приехать. Тут храм открывается. Батюшка пригласил еще с Рубцовского епископа Романа. Он тоже там обрадовался, что пригласили. Ну, не могу никак, говорит, вызвали на открытие храма. Ну, понятно. Но только митрополит говорит, только вы не думайте, отца Аким, что мое отношение к вам изменилось. Нисколько, нисколько, ну, никак не могу. Так что все остальное, что говорят, там у вас нет связи, нет благодати, вы нигде не чистите. Ну, все лжецы. Разные дулевичи, как это все вспоминаю слова Суворова. Всякая разная сволочь, по-другому не назовешь их. Суворовское клеймо на них, на всех. Ну, лгут не напропалую. Сейчас что они лгут на Владимира Головина? Ну, что-то правильно там где-то сказали, а дальше лепят, что удастся. И опровержение сплошное идет. Ну, да еще мало того, когда нападают одни, на него в это время и другие поднимаются, легаются, ослы. Нехорошо, нехорошо, а даже дико нехорошо. Ну и показать наши ресурсы. Вот. Что-то я не пойму вот с этим ресурсом. Я отослал туда какой-то конкурс на лучший сайт, Библия хорошая. Ни больше ничего нету. Я не знаю, что они, как, куда писать. То ли обман какой-то, то ли что, не знаю. Вот теперь вот так. Это наш форум православ, 1600 тем. А это вот показать наш мой мир. Очень люблю эту систему.
Тут можно переписываться и все, что угодно. Вверху он Кристине2@mail.ru. Вот такое. И... У свидетелей Иеговы есть люди, которые работают юристами. А это тут что-то о свидетелях Иеговы. Вот. Православный видеоканал «Открытым оком». Вот сегодня я его поставил. Тут сколько сегодня? 17, кажется, роликов. Или... Ну да. Богатейший материал. 17 роликов за один день. Ну и наш большой во свете Библии сайт библейский. Очень большой и очень богатый. Тут все есть. Ответы, вопросы, фильмы у нас сняты. Ну, на этом на сегодня все. Вчерашний день что? Немножко там еще картошку покопали у матушки. Она покопали, она отдала ее нам. Ну, я говорю, до твоего имени будет отдано нуждающимся. Увезем, если сумеем. Вот так. Потом мы с Виталием тут повалили еще перед этим много сорного такого дерева. Клен. Все это обчистили, привезли и стали шкурить на что угодно. На жерди. Вот это тоже много времени заняло, и рука не имела. Ночью все массажирую, хоть маленько кровь разогнать. Все на этом.